Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов в Москве. Там прошло заседание Госсовета России. Обсудили вопросы перераспределения полномочий между федеральными и региональными органами власти. На заседании президент Дмитрий Медведев заявил, что надо создавать дифференцированные правовые и налоговые режимы для разных регионов России. Проводя децентрализацию, мы просто обязаны учитывать, что у нас большая страна, очень большая страна с разным географическим положением территорий. Соответственно, и с уровнем их экономического развития, и регионам нужен больший простор для проведения эффективных решений в целях повышения уровня жизни наших людей. Соответственно, достаточно ресурсов для того, чтобы эти полномочия осуществлять. Решать такие вопросы нужно с полным пониманием последствий, как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе. Возможно, потребуется и дифференцированный подход в зависимости от готовности регионов принимать дополнительные полномочия. Но можно было бы начать из каких-то пилотных проектов.